Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Мое кредо», и сегодня мы вместе с нашим гостем, председателем общества православных врачей Рязанской области, Рязанской епархии, Вадимом Васильевичем Барановым. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, поговорим о пути к Богу, об обществе православных врачей, вообще о сочетании медицины и православия. Начнем, наверное, как обычно, с такого нашего уже традиционного вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к Богу? Это естественно, ничего тут такого удивительного нет, как, наверное, мы все во времена прошедшие, скажем так, которые связаны были с гонением на церковь, то есть бабушки наши, как когда-то вы рассказывали в одной из передач, действительно так это и происходило. Всегда в доме было и красный угол, и лампадка, и все службы, и все от них. Почему? Потому что дедушки, к сожалению, все на фронте полегли. Погибли. Да, поэтому, собственно говоря, а родители наши, соответственно, все в трудах, говорится, праведный хлеб насущный и так далее, как это было положено в те времена. Поэтому сейчас у меня от бабушки, естественно, в наследство осталась добрая память, значит, соответственно, все ее походы. Тогда в Екатерининский храм, я помню, она приезжала когда, и приносила просфорочки, соответственно. Мы много еще ничего не знали, вот, но понимали, что это самое главное, что, в общем-то, это нужно было сделать для нас в те времена, наверное. А потом уже, естественно, ее книги, да, которые, ну, поскольку она сама из Питера, то, соответственно, там... Затертые, я не знаю, 1700, может быть, какого-то года издания. Прекрасно. То есть там обложки практически уже нет, все там помечено, где петь, где не петь, где что там, ирмосы, все, ну все. То есть вот это все, и сейчас это просто берешь в руки, на это смотришь, и благоговение просто невероятно. Связь поколений сразу, да, чувствуется. Конечно. То есть все, что мы делаем, все по их благословению, да, вот, которое идет сквозь века, сейчас я уже понимаю, на нас... Может быть, грешных и недостойных в чем-то когда-то, да. Будем исправляться. А как ваши родители относились к бабушке, которая молится, читает церковные книги? С глубочайшим почтением, с уважением. И, собственно говоря, это такой вот... То есть мне отец запрещал вступать в комсомол категорически. Вот в пионеры не благословлял точно. То есть это все было сделано, конечно... Вопреки его желанию по известным обстоятельствам, вот. Но я сейчас понимаю, насколько он был прав. То есть очень интересно вот это все. То есть он ничего не объявлял, как прекрасно понимал, где он находится, в каком месте он и так далее. Он просто не благословлял. И все, этого было достаточно, вариантов никаких. Твердо, но неукоснительно. Хорошо, то есть, в принципе, получилось так, что дома у вас была атмосфера благопристойная, благоприятная, да, и с точки зрения такого богопочитания было довольно-таки открыто и откровенно. Совершенно свободно, и более того, это как раз и ценилось выше всего, то есть выше застолья, выше там каких-то там что-то еще такое. То есть это то, что главное в жизни, а остальное, ну, это просто вот как бы... Из этого и проистекающее, да. То есть, если все так, то и хорошо. А окружение родителей таким же было благоговейным? Ну, папа был невероятно гостеприимен. Мама каждый раз удивлялась, сколько человек помещается в нашу квартиру, каким образом они в ней будут размещаться. Размещались часто на полу и как угодно. Вот. То есть, это такая традиция. Не только там, когда приезжают двоюродные братья там, и так-то что-то еще. Совершенно могут быть случайные люди. Ну, вот как бы так у него было принято. И других вариантов у нас как-то не предусматривалось даже. Поэтому, естественно, вот как бы исходя из этого все остальное. Если, например, там, он привозил от своей матери, там, от бабушки, от моей, там, бочку грибов, там, например, они засолили за лето, да, то, соответственно, она была роздана тут же по дому в течение, там, ну, дом большой, 80 квартир. Очень быстро, то есть все роздано. Можно еще ехать заново, понятно, собирать. Интересно. Такой характер, да, тут ничего не сделаешь.
На самом деле, мы же говорим о советском времени, да? Да. То есть, довольно-таки, на самом деле, скудное время было, а он еще не жалел ничего, да? Ну, вот такой характер. То есть, он так был устроен. То есть, мама такая же. То есть, она не то, чтобы там, как это, ты привел много незнакомых людей. Просто каждого накормить, там, каждому что-то постелить, что-то еще. То есть, это... Так принято, да. То есть по-другому никогда не было. Интересно. Хорошо. А родители каким-либо образом повлияли на ваш профессиональный выбор? Или это было сугубо ваше решение? Ну, конечно же, да. Потому что волею судеб, как говорят некоторые люди, на самом деле волею Божию, да. Значит, как-то мы шли с мамой по улице. Это уже был, наверное, класс 10, наверное. Не помню. И из школы вышла учительница биологии, замечательный человек, который, в общем-то, собственно говоря, когда-то обратил на меня внимание и стал отправлять на все олимпиады по биологии, то есть как бы само собой разумеющееся. А у меня была такая какая-то традиция, не знаю, тоже заведенная была в семье, что ты приходишь домой, значит, соответственно, обедаешь, и после школы идешь в библиотеку, чего ты там читаешь. То есть, а библиотекари тоже... Все как бы достаточно так. Они книжечку какую-то дадут. А потом уже, когда Анна Дмитриевна, Царствие Небесное, Максимова, замечательный биолог, начала как-то олимпийские какие-то вопросы давать для олимпиад, вот уже там одна олимпиада выиграна, вторая, третья там уже как бы... И она, когда маму встретила, мы с ней шли, говорит... Куда собираетесь? Ну, это, естественно, вопрос любого учителя. Я думаю, это нормально совершенно. Тем более в выпускном классе, да? Да, да, да. Вот. И мама ей рассказывает, что вот, собирается, значит, там, как-то куда-то там в Москву поступать. Он говорит, зачем? Вот, мединститут у нас рядом. И, как говорится, тут все у вас есть, и олимпиады все готовы. Просто подать документы, биологию он сдаст, химию не подам, и так далее, и тому подобное. Ну, в общем-то, собственно говоря, дальше никто ни слова ни о чем не говорил. Все дальше по благословению Анны Дмитриевны. Ну, ангел был человек, конечно. Как вам удавалось и удавалось ли сочетать довольно-таки бурную студенческую юность с, вот, с молитвой или, или посещением храма? Или тогда еще у вас этого не было в жизни? Вы знаете, я хочу сказать, что, опять же, волею Божию, вот... Может быть, даже с этого начну. Начну с того, что у нас в жизни есть определенные этапы, когда нужно как-то развиваться. Да? То есть, например, все знают, что в 12 лет там определенные там, скоростные качества там, нужны там, у мальчиков развивались. Да? Ну, как-то вот, да. И, конечно же, когда первые курсы, нагрузка потрясающая, колоссальная, конечно, кафедра анатомии, и, там, фармакологии, вот это все. То есть нужна усидчивость. Просто удивительное, конечно. А перед этим как раз где-то в классе восьмом к нам пришли тренеры из секции пожарно-прикладного спорта. И мы с другом, собственно говоря, обратили на них внимание, потому что они были необычные. Вот, и сам вид спорта необычный. То есть лазить по этажам, следить, все это достаточно. Вот. И... Количество тренировок с момента поступления в ВУЗ у меня возросло. То есть у меня получалось 8 тренировок в день, в неделю, прошу прощения. И, ничего себе. Ну да, то есть одна из них там еще плюс бассейн, получается, и все. И там, как всегда, вот Господней милостью рядом с нами были люди, которые были старшая сборная, областная сборная. А у них у всех по 2 высшего образования, соответственно, они все в звании и так далее. Вот. И они некоторые мудрые вещи подсказывали, что нужно как-то секвестрировать сидячий образ жизни для того, чтобы... Ну, то есть тренировки – это само собой. А еще у нас, естественно, поскольку ты поступил в ВУЗ, ты будешь выступать за его честь автоматически. По легкой атлетике, что там еще у нас? Лыжные все соревнования, да. Все, что связано с биатлоном. Вот, то есть... Все, что на выдержку, на это самое, соответственно. А дальше, конечно же, туристический клуб Рязанского медуниверситета, Телиос, где настолько, скажем так, традиции взаимопомощи, взаимовыручки, они даже не подразумевают никаких других вариантов. Более того, ты, если идешь с какой-то другой группой куда-то, то подразумевает, что у тебя уже аптечка. Неважно, что у тебя нет диплома, ты
просто полностью отвечаешь за всю медицинскую помощь, угу. первую там, и последующие этапы, вот, транспортировку, грамотность, все, значит, страховки на порогах и так далее. Выйти из этого плотного графика можно только с молитвой. То есть про себя молишься, думаешь, ну как еще вот это все успеть, потому что никто не отменял ни зачетов, ни экзаменов. И только я считаю, что Божьим промыслом как-то это удалось совмещать. Но были случаи, когда мне приходилось, конечно же, очень четко говорить «нет» даже близким друзьям. То есть, например, там, пятый там, или четвертый курс, там, пойдем в поход, там, где-то что-то. Я понимаю, что это выходит за пределы допустимых каких-то рамок. И, конечно же, вот как сказать другу «нет»? Это почти невозможно. Почти невозможно. Это, вот 3 дня он жил у меня в квартире, то есть 3 дня он уговаривал, говорю, Сережа, ну вот на этот раз нет. Вот. Но он, кстати, не обиделся, он все понял. Что говорит о том, да. что это хороший друг. Он выскочил на другой курс, то есть он в этот год не сдал, соответственно, значит, ну, он мог себе позволить, вот, соответственно, я просто понимал, что родители не поймут, если я поступлю так же, мои точно. Поэтому именно из-за этого пришлось так поступить. Ну, в общем, об этом не жалею, потому что это действительно надо научиться делать когда-то в своей жизни. Говорить нет. Говорить нет, да. Вот это было такое если испытание. Сейчас, да, мы немножечко вот так отвлечься. Можно сказать, что это в наше время, наверное, одно из самых главных умений. Сказать нет, не обидев человека, а аргументированно доказав, в первую очередь, наверное, себе. Потому что одна из проблем – вот эта слабоволие, слабохарактерность наша. Потому что, ну как я обижу, ну он же мне друг, или там брат, или там кто-то. Но вот это проблема нынешнего века, проблема нынешней молодежи, когда мы не можем сказать «нет», потому что нам стыдно, нам больно, нам не хочется обижать человека, но это порой необходимо делать. К сожалению, да. Хорошо. И таким образом прошло ваше студенчество, да? Спокойно, ну, аккуратно. Я должен сказать про то, что, конечно же, бабушки, ни та, ни другая, не обходили вниманием, да, и их где-то незримое присутствие, где-то они приезжали к нам, то есть была хорошая традиция. Если ты хорошо учишься, значит, тебя могут отпустить к старшим братьям. То есть, вот. А если она сама приезжала, то, конечно же, сразу благодать неимоверная. Просто она рядом, ты знаешь, что это... Она молится постоянно. Причем так, чтобы вот это не какая-то там показная там ситуация, да? То постоянно. То есть ты идешь куда-то, ну, тебе записочку в кармашек кладет, открываешь там живую помощь, написанную ее рукой. То есть человек не просто что-то там купил и положил, с душой писал, чтобы ты понял. Так. То, что сейчас утеряно. Ну, мы будем надеяться, что мы попробуем восполнить этот вариант. Но это должно быть целенаправленно стремление человека. И тем более сейчас усидчивости такое, к сожалению, все меньше и меньше. Поделюсь интересным заключением. Совсем недавно, значит, один священник выложил свой архив видео, где был сюжет православный нашего региона за 1999 год. И вы знаете, казалось бы, мы вот на этом все воспитывались. Мы с детства помним все эти сюжеты. Но сейчас смотреть... Это как смотреть фильмы Тарковского. Такие длинные планы, такие неспешные, значит, интервью, очень долгие. Мы смотрим, Господи, а ведь так раньше снимали, и мы ведь на этом воспитывались. И вот то же самое «Живые помощи», писанные собственной рукой, да? Вот так, положа руку на сердце, я не помню, когда я последний раз переписывал 90-й псалом. Забыл, я не помню этого. Поэтому, на самом деле, это может быть сейчас очень... приятным времяпрепровождением и вообще вот, показателем заботы о человеке, то, о чем вы говорите. Это очень интересно. Спасибо вам за это. Спасибо ей прежде всего, потому что я прекрасно понимаю, что она видит, как я пытаюсь одновременно там шить пуховку в поход, там что-то еще делать, там учить. И она понимает, что невозможно ничего сделать. Ну что, остается только вот хоть как-то.
ты потом поймешь. Угу. И когда вы поняли? Ну, когда отец уже, к сожалению, покинул этот наш свет и отправился в райские кущи, вот, соответственно, да, я уже просто стал отключать все остальные, как говорится, дела, приходить в храм и пытаться как-то поблагодарить. То есть, ну, я, наверное, сам по себе еще достаточно жадный человек, горячий. То есть я ни с кем не прощаюсь. Они все для меня живы потом, собственно, ну, как у Господа, все живы. То есть они мне все снятся, я с ними разговариваю совершенно нормально, это естественно. То есть ни на секунду вот это общение не прерывается. А вот так наяву поблагодарить Господа и отца там, ну, а потом уже и всех остальных родственников, и бабушек моих драгоценных. Вот, это вот, конечно же. Сколько вам лет было примерно в этот момент, когда вот вы начали так активно посещать храм, богослужение? Ну, наверное, года 24, может, 28, вот как-то вот в этом промежутке. Вы уже были женаты? Ну, да. И как ваша жена к этому отнеслась? Собственно говоря, это никаких препятствий никто мне никогда не чинил. Вот, как-то все понимали и нормально. Спокойно, да? Конечно. Это, наверное, самое главное, чтобы в семье не было конфликтов из-за веры. Потому что, ну, это одна из тех сфер жизни, которая настолько монументальна и настолько важна, а говорим мы об этом слишком мало. Ну, потому что это такое более пространство личностное, да, даже в какой-то мере интимного характера такого, вот мое собственное, да. И когда кто-то из супругов начинает воцерковляться, начинает почаще ходить в храм, понимает ценность исповеди и причастия как главного таинства церкви, то порой вот это развитие внутреннее, духовное, оно становится таким неравномерным внутри семьи. Отсюда произрастают конфликты. Причем чаще всего они связаны не с тем, что кто-то против церкви, а просто от недопонимания друг друга. У вас такого не было, да? Ну, в любом случае, поскольку есть у нас хорошие правила, да, которые сказано было когда-то о том, что почем ты знаешь, жена, что ты не спасешь мужа, если ты ходишь в храм и молишься, а он нет. И разве ты уверен, муж, что ты не спасешь свою жену? То есть это точно не повод для разногласий. Вот. Да. Это труд, который подразумевает, ну, к примеру, да, то есть если, например, ты сломал руку, да, это же не повод ее с ней, как говорится, прощаться. Да? Конечно. Ну, так и здесь. То есть семья, мы все одно целое. Мы все одно целое, абсолютно. Слава Богу. Хорошо. И вот вы заканчиваете вуз, вы, значит, жена. Вот вы с супругой вместе, да, и вы начинаете ходить в храм. И понятно, конечно, что сфера медицины, она очень похожа на сферу церковную, потому что речь идет не столько о работе, сколько о служении. Потому что и ночью, и днем, и выходные, и отпуск, да, это такое дело очень, очень относительное. Очень, да, относительное. Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, наверное, каждый врач, я так со стороны иногда сужу, поскольку сам тоже служу в больнице, да, и периодически общаемся с врачами. Особенно, кстати, ярко об этом и внятно говорили реаниматологи, ну, мне лично об этом, что действие Божие настолько явно видно в жизни, что порой наша задача просто Богу не мешать. Вот делать то, что должно, ну а дальше как Господь разберется. Вот скажите, пожалуйста, ну, вы чувствовали такое вот действие Божие в ваших пациентах, в вашей деятельности? Знаете, каждый день это происходит, и именно как раз это-то и, в общем-то, привело к мысли, вот как раз я услышал отца Владимира Михальцова по радио, он как раз рассказывал про то, как он шел к своему сану, да, вот, и... Тоже путь был очень серьезным. Очень, да, и как-то я вот послушал и начал просто сквозь призму вот этого, очень интересно рассказывает, всегда так ярко, эмоционально, смотреть на то, что происходит. Постоянно. Что бы ни происходило. То есть совершенно удивительные вещи происходят именно по внутренней молитве. То есть ты
даже только чуть обратился, и уже помощь, она тут же, я говорю, помощь близка, она прям тут же наступает. Конечно, я не говорю про то, что реаниматологи это все видят, и, естественно, у них есть тоже такой взгляд. Но у нас очень много разных видов патологии, скажем так, в любом случае. Самое интересное, что происходит с самим пациентом, как он откликается, когда к нему обращаешься не просто с задачей выполнить там те или иные назначения, а именно вот ради Христа, да, то есть, собственно говоря, и тогда человек открывает глаза и действительно готов сотрудничать в этом, скажем так, деле достаточно тяжелом, непривычном для него, потому что, как неоднократно говорил наш владыка, глубоко уважаемый митрополит Рязанский Марк. Михайловский Марк, да, значит, что грех в переводе с греческого «ошибка». И когда человек повторяет одну и ту же ошибку постоянно, естественно, получается, но в лучшем случае хроническое заболевание, если не смерть. Потому что, в общем-то, ну так устроена наша жизнь, да, что, как вы говорили, сначала Бог шепчет, а потом, в общем-то, кричит о том, что надо прекращать заниматься. Но уже через скорбь. Но уже через скорбь. И вот эта скорбь приходит. И не каждый, к сожалению, в скорби готов, имея на себе крест, да, готов к тому, чтобы, собственно говоря, каким-то образом повлиять на это. То есть, ну, как я откажусь от... Там, ну, не буду сейчас перечитать. От курения, например, вот вчера случай как раз. Значит, 50 лет молодой человек курит, ему 57, да? Значит, соответственно, две пачки сигарет в день. Ну, условно, плюс-минус. Значит, соответственно, мы можем только сейчас с вами, с моих слов, понимать, что происходит с сосудами его нижних конечностей. Вот. Но для него это совершенно несочетаемое в его понимании событие. Потому что курю я, извините за выражение, ртом. Да? А болят ноги? Да. Доктор, вы это серьезно? Да. Нет, конечно. Вот, конечно, это один из примеров, я сейчас самых таких, может быть, близких по времени. Да? Вот. А так они бесконечны, конечно, к сожалению. Вот мой любимый сахарный диабет. Я от него не отстану, я всегда его, как говорится, привожу в пример. В общем-то, потому что человек теряет чувствительность из-за высокого сахара. И тогда он не чувствует, что он наступает, например, на стекло. Да? То есть вот тебе, пожалуйста, собственно говоря, гнойное осложнение с ампутацией конечности. Чувствительность теряется. И вот как только мы теряем чувствительность, мы сразу теряем контроль над внешним миром. Над собой, над событиями, которые происходят. Никто же, наверное, не хотел бы, будучи за рулем машины, вдруг ощутить, что машина не зависит от его руля. Конечно. Это очень неприятное ощущение, если, да, то есть поэтому... А здесь люди считают, что это возможно, она сама должна ехать как-то, каким-то образом. Вот. Ничего подобного не будет происходить. То есть обязательно будут скорби. Поэтому, чтобы их избежать, конечно же, в первую очередь, для чего нам дается утренняя молитва? Для чего нам дается вечерняя молитва? Для того, чтобы мы привели в порядок свои чувства, чтобы мы получили обратно после сна свои ощущения. Это очень важно. И не просто в психоэмоциональном плане, что как это так, я что-то там не чувствую. Да, конечно, у нас в больнице висит очень интересный стенд. Называется там, ну, как-то как летнее настроение или что-то еще. И там сотрудники приносят рисунки своих детей и вижу. Очень хорошо настроение, да, все это понятно. Конечно. Но я обратил внимание, что там огромное количество кошек и котов. Почему? Потому что это ощущение. Это такое ощущение, которое ты не передашь никак. Ну вот пробуй нарисовать. Ну да, то есть тот, кто хоть раз гладил кошку, тот поймет, о чем речь. Остальным невдомек. Так и здесь. Если мы теряем чувствительность, неважно какую, физическую или духовную, ли, то мы, получается, сами себя обрекаем на страдания. Если бы это только были наши страдания, это полбеды. Потому что наши страдания, конечно, да, мы можем
преодолеть смирением каким-то образом, да, то есть терпением и так далее. Но если речь идет уже о страданиях всех остальных членов семьи, поднимите меня, переверните меня, уберите за мной, то это уже, наверное, в общем-то, ну, не совсем, скажем так, мягко говоря, тактично, да. Не совсем та цель, которую мы хотели бы прийти. Точно, не та цель, абсолютно с вами согласен. Угу. Поэтому мультфильм был хороший какой-то в свое время. Маша, ты своим ручком не хозяйка? Не хозяйка. И ножком своим не хозяйка? Не хозяйка. Подушка дождь одеяла, кусачи, уйду от вас в лес, да? Да-да-да. Вот, поэтому, чтобы избежать вот этих вот настроений, ситуаций и каким-то образом уберечь наших близких, ну и прежде всего себя, разумеется, от таких состояний, конечно же, только с молитвой мы можем это договориться об этом со своими пациентами. Да и с собой, наверное, в первую очередь. В первую очередь, конечно. Прекрасная, прекрасная беседа. Большое спасибо, Вадим Васильевич. И, дорогие братья и сестры, до новых встреч. В будущих выпусках мы будем говорить уже о связи медицины с православием и об обществе православных врачей, которое действует на всей территории Русской Православной Церкви, ну и в нашем регионе тоже. Большое спасибо, спасибо вам. И вам всем, дорогие братья и сестры, до новых встреч. До свидания.